Купил сегодня маме батарейки. Думаю, сейчас посмотрим, бо мама все говорит, что то не то, не то. Коляня хоть и купил новый, он тебе уже купил новый, так? Ну, сейчас попробуем. Маленький. Просто покажи. Ну, покажи. Такой же самый он тебе купил, чем я какой тебе купил? Я ж не знаю, какой он тебе купил. Ну. Сейчас попробуем. Ну, сейчас попробуем. Я тебе говорю, что это за батарея, не показывает. Ну, смеялись, что батарейки надо говорить к аппарату. Да, я так и говорю. Захожу и говорю, и мне дают такие батарейки хорошие. Посмеялись. А я так говорю. Захожу в магазин и говорю, дайте мне батарейки хорошие, потому что надо маме для давления к аппарату. Вот и все, вся проблема. Ничего смешного тут не видно. Ну не так что. Ты что видишь смешное? Ну, может, мне когда оно смешно, что хочешь. Какая если смешно, пускай смеется. У нас подписчики все умные, что ж ты хочешь. Не дунь, не плюнь. Один на. Весело, другим. Пробуй, мама, что там оно. Так ну, чи не так оно? Ну я ж не знаю, пробуй ты. Усечка. Ну я понял все, ты пробуй аппарат. Ну забачь, який длинный. А, вот это новый, да? Да. А, видишь, он больше какой-то такой широкий. Вот. Коляня сегодня вдруг купил новый аппарат. Да, ну пробуй, я батарейки поменял. Тоже будешь когда два иметь, на всякий случай. Может, это сейчас заработает. Нет, нет. А может, уже этому аппарату уже пришел человек. Но это какой-то другой. И фирма другая, видишь. Это вот такой больше побольше. А ну что тут за батарейки? Ну да, так сам. Ну попробуй. Сейчас это. А что ты веришь? Ты попробуй ли включить, или она вообще работает, мама. Мама, попробуй, что она работает вообще. Ну я что с рук? Пока для чего ты уже на руку одеваешь? А как не попробуй? Ну пробуй. Вот что дело. То что было легче купить, батарейки или новый аппарат? Светлана. Батарейки, конечно. Ну, но, видишь, я говорил, ты купила батарейки, они слабенькие. Они, может, до пульта, до телевизора могли бы подойти, но не к аппарату. Слышь, я тебе говорю, что всегда без меня, если берешь, то просто скажи, я меряю давление, скажи, мне надо хорошие батарейки к аппарату давления. О, все. Немного. А видишь? Капец. Ну, значит, уже так пришел этому аппарату уже все. Да, ну, батарейка. Видишь? Значит, вот тебе что тут показано? Ничего. Ничего не показано. Значит, ему уже все. А так зарубил. А так работает, видишь? Я не знаю. Тогда будешь пользоваться новым. А этот уже остался. А эти батарейки будешь иметь запас. Коробку-то. Я не знаю, где коробка. Это коробка от нового чи от старого? От одного. От нового. Ну то не выбрасывай. Возьми тогда вот этот старый аппарат, вложи сюда. Да и будешь знать, так, то и все. Так и вложи. И вместе с батарейками сюда вложи, и будешь иметь запасные. Тоже тебе для чего тогда этот старый аппарат? Видишь, а этот новый чуть побольше такой, высокий, видишь. Ты что стишь, это тонкий. Ну. Ну, видишь? Ну да, это не показывает. Ну что не показывает? Когда сажает. Ты что, баба, что сил у тебя? Значит, может, и эти батарейки. То вот отсюда вытаскивай те батарейки, чтобы не окислились. И ты положи себе в коробку, ту и ту. Ну, то я этот уже, значит, не пользуюсь им, ты все. Выбросить его. Ну, лучше не выбрасывай, оставь на всякий случай. Нет, я там знаю. Выбрасываю. А крышка где от него? Там в спальне-то? А ты что, все крышка? Че не? Кто там, кстати, крышка? Ну, крышка тут здесь. Нет, нет, нет. Потому что я, как он купил новый, то у тебя же это новое должно быть. Нет, это старое, а новое? Новое там. Так пользуйся новой, то что толку стало? Вот сейчас новыми пользуюсь. Так
Вот этой штукой новой пользуйся. Что ты старая? А чего ты новой не пользуешься? Нема. Значит, оно сидит, я сейчас на кровати посмотрю. Может, я бы открывала, она на кровати. Усю, Андрюша. А? Усю. А, нашла? Да усю, что ли? Я думал, что на кровати. Где? О, дети. Да. А я думал, что на кровати я как кровать. Не-не, это старая. А новую я в коробочку-то. Нет, заложу старую коробку. Это. Ну, есть он чуть выше. И другая фирма. Другая? Но фирма другая. Ну, я тебе ложу сюда. Коробочку этот старый, а новый пользуйся тогда. Ну, значит, мы уже все. А что батарейки, батарейки я? А батарейки себе сложу в кулечек, и батарейки те уже тебя садят, ты будешь новые. Вот эти новые. А вот эти попробуй, вначале вот эти будут работать хорошо, а нет, вот это новые я тебе купил. Вот запас больше нет. Главное, чтобы туда не влазло. Вот ты знаешь, что батарейки могут сразу закончиться. Ну, что сказал баба лучше купить, а какой-то. Ну это все, это аппарат новый не стоит, но там лучше купить новый, чем пользоваться можно. Я не пидней нашел. Кажу, уже баба таких нема. А нету, видишь, той раз были одни аппараты, сейчас другие, не поймешь. И сейчас уже намного дороже стали. Ну то тут я за 90. Ну цифры такие маленькие, как я выбрала. Ну мама, больше экрана нет. А, ты имеешь в виду меньше, чем меньше экран был? Ну экрана. А цифры с каманесеньки пишут, а я чорті знаю. А тут цифри великі. Ну, да. Тут великі цифри. Ну то все, батарейки пособирай, ти будеш мати на запас. А вони що, це до часів нові? Ну так, ні, до часу у нас таких часів нет, у нас більше батарейки. Это йдуть до телевізора, до пульта. Хай подовжить. Пульт якраз хорошо. Можете його поміняти в пульту. Якщо у тебя пульт не будет работать, то уже до пульта будешь иметь батарейку. Вот. Хорошо, что он мне не купил. Байка. Ну, значит, ему уже пришел все. Сколько ему уже? Больше года или нет, там аппарат? Ну? Вот этому. Да, я между старым. Больше года, не? Да, то старый. Ну, странно, что там. Да ты почти что, каждый да день. Да это же третий у меня. Ну. То есть, наверное, я пользовалась. А дикольчик мне это купил. Значит, они долго не служат. Это странно. Ну, это уже 2 года. Ну, то что ты хочешь. 2 года и так хорошо, что... Да. За 2 года то ему уже пришло. Мне друга купил, и другу ту. Оно иначе закладывается, потому что ширше, а то ручка маленькая. То есть, слава Богу, что купил, то есть мне... Сразу сказав, бо дивись таке саме, як той на середину нажимать, і сам міряв мені все. А, ти вже пробував? Так, да, він пробував, вже ж мені міряв. Я казав, Коля, я не міряла. Та ж вони повинні якусь гарантію, все одно повинні якусь гарантію давати. Ну що він мені дав? Гарантію повинні дати. Ну як? Не знаю, пачки там, може є. Ні, ну понятно, але ж... Пачки, я понимаю, что да, гарантию в магазине, как тебе дают, то хотя бы на пару месяцев гарантию должны класс, дать. Класс, на вікно кладу, на солнце не надо, каже. Нет, а для чего тебе на солнце? Ты же не солнечная батарея, чтобы ты на солнце заряжала. Дома, то шатко такое тут. В тумбочку себе заложила, ты все. Да сова-то каждым разом тоже. Ну, ты ж один раз пользуйся им с утра, ты все. Ты же не каждый раз им пользуйся. Да каждый день тягаю. Ну, то с утра. Це тобі таке. Господи, матінька Божа. Ти вже маєш новий апарат. От молодець. Він каже, що то баба, то вже в цього, то апарат, а не. Я думав, що батарейки. Думав, що вначале, що думаю, батарейки такі плохі. Ну, видиш, то оказується апарат. Все таке. Я їх не хочу, вона мені давала. Мама собі зробила тіньок, штора. Заслонила, потому что солнце сильно попадает. Та де шара такая зробила. И тамочка ті, воно закрила, пожалуйста. И ці закрила, и солнце таке пече, що гинеш. В тумбочку себе ту шуфлятку положи туда, в тумбочку аппарат, и все. Закласти. Батарейки положи, там я ж тебе дав, в ту коробочку заложи, мам.
Ну, коробочку от старого аппарата. Сюда? Да. И все. И будешь знать. Туда в кулечек положи, туда в коробочку. И будешь знать, ты все. Я ж тебе дал, говорил, батарейки положи туда, ты все. А Коле зачем батарейки? Да нет, коробка. Да нет, он тебя просил от старого, а не от нового. Да. Может, он хотел, что гарантию узнать, насколько она есть. Ну, может, поменять, может. Не, мне кажется, что он хотел посмотреть на гарантию. Сказал, да, сразу прилег. Дорог. Сказал, папа, найти, постарайся найти. Да да я ж найду. Скорее всего, что он, наверное, хотел посмотреть гарантию, подкидаешь, чтобы можно было поменять, я не знаю. Выкидаешь, черти. Эй, уже купил, куда для тебя на позорить, то-то. Эй. Та что позориться, если аппарат на гарантии, то тебе меняют. Вот на гардероб. Давай я тебя на шафу положу. На гардероб сверху заложу, то есть. А, Долечка. Ну, она тоже прячется в тенек. Жарко, ну пришло сюда лягло. Все прячутся в тенек. Вот так я ее сюда, оце сюда кладу. Кладу сюда, а тут же в мене і очки, і все. Може й придавлюю, а воно видзвонює, чорт його знає. Та ти так оставляй, для чого його вложити в коробку? Як так оставляй, та й все. То їм то все, то стіже мене не. А тут ця підкладка разів. Окуляри, туточки, ось. Тут усе в мене, це причин далі. І куди діть, нема куди. Я вже сувала. Положила там на столик, ти якраз хорошо. Ти вже не забудеш, де той апарат. Що він мені, дівочка, купив? Тади, это женские идеи. Мне для чего? У меня есть очки, для чего? Таки... Купил тебе Коля от солнца, ты носи их. Да это же зеркало, две пары тут. Ну, выходишь на улицу, себе взяла, одела-то и все. То еще вот не дашь, я не знаю, где. Я тебе не надевала, а ты не... А это же те, что... Ты... Писать. Ну. Ты как не видишь, что одела, або читать, або что, как не видишь, то есть специальные очки для зрения, давненько, а ты не одеваешь. Давненько мерей то. Записываю он тетрадь, который запричин доля.